Еле-еле докатился до Павла Баженова. Интересно, что замена вратарей. Нет, удар. Степляне, добивание Андрея Новикова. Мяч катится по ленточке, но все-таки не пересекает ее. Какой-то умопомрачительный эпизод в этом матче. А Пелецкому опять помощь требуется. Ну, давайте смотреть сейчас на повторе, разглядывать, как же спартаковцы не забили сейчас. Ну, понятно, что какого-то хувкая нет в пляжном футболе, и понять, пересек ли мяч ленточку, не очень понятно, но, честно говоря,